заказывала для Эшлика. У Эшлика был вчера день рождения. Ей вчера исполнилось 10 месяцев. Я заказывала ей супер дог бокс. И вот он ко мне приехал. Сейчас я его распакую. Сейчас мы его начнем где-то откроем. Значит, где? Открылось. И с этой стороны подрежем. Короче. И раз. Вот так. Вот он, сам супер дог бокс. Тут, коробочка, такая очень красивая, как мне кажется. Она как бы такая, тут собачка нарисована. Вот это. Тут написано «Лучший товар для собак, 100% качества». Вот тут такой узорчик. Короче, очень красивая коробочка. Держи. И сейчас мы ее откроем. Тут нас встречает такая собачка. Тут написано для Эшли. И мы ее откроем и увидим, что нам положили. Это такие лакомства Game Dog, такие спортивный снэк для собак. Такие вот косточки там. Потом такие вот, видимо, зубочистки. Тоже такие палочки. Потом тоже какое-то лакомство из оленины, видимо. Потом такие влажные салфеточки. Тут 25 штук в упаковке для собак, для ухода за шерстью. Потом такие вот крекеры. Тут вот разные такие совушка. Там кто еще? Джинго микс. Крекеры. Огромная пачка. Вот такая вот. Ну вот, с Эшликом сравним. Мячик Dog Like среднего размера. Ну, вот. Не знаю, вообще, Эшлик любит совсем большие мячи, они такие. Но у нас есть маленький мячик Dog Like. Ну, я надеялась, что будет что-то другое. Я думала, будет шкурка для свик, как я много видео посмотрела. И последнее, это вот такие вот пенные лакомства. Ну, то есть, я много видео смотрела, там я мечтала, чтобы мне это положили. Это со вкусом ягненка. Вот так большая пачка. Там, как я по видео видела, косточки. Вот тут, сейчас, потом тут лежит Super Dog Box. Выложи фото с Super Box'ом. Поставь хэштег Super Dog Box и Super Dog Team. Время. Стань агентом нашей хвостатой команды и получай секретные бонусы в следующем Super Box'ах. И тут вот такая... Надо вырезать вот тут лицо собачки и вот так сделать... фото можно с Эшликом. Сама коробочка вот тут очень красиво украшена, потому что я заказывала для Эшлика праздничный Super Dog Box. Тут разные наклеечки, там Happy Birthday. И вот тут мы можем увидеть состав, что сюда в этот, то, что мы все уже открыли и посмотрели, что сюда входит. Так, вот это был наш Super Dog Box, что нам привезли и подарили от Super Dog Box на Эшли на день рождения. Как-то мне кажется, что Эшли вообще как-то по барабану, что тут вообще я все распаковывала, потому что она занята там своим делом. Всем пока. Дайте мне вот эти косточки. Game Dog. Сейчас покажу вам, какие они внутри. Сейчас. Вот такая одна штучка. Дай лапу. Эшли, дай лапу. Молодец, дай другую. Нет, дай другую. Вот. Заново, дай лапу. Дай лапу. Молодец. Съест? Нет. Вроде... И вот я уже... Эшлик. На, смотри, что у меня.
Вот у меня уже адресник. Вот новый уже адресник. Как вам кажется, он сейчас не очень он большой. Вот. Ну, по мне так вроде нормально на яичнике смотрится. Ой, ну ладно. Будет такие косточки покупать. Лежать. Пиф-па. Нет, лежать. Пиф-паф. Пиф-пы. Молодец. Хорошо, молодец, моя девочка. Такой собак. Хорошая, молодец. Рожек наш любимый, да? Все, мне нет больше ничего.